Let all mysteries equals to zero. Пусть все тайны равняются нулю. This is Comrade Atomy, and let's try of the Craftimation 101, Strategy for the Coders. Сегодня мы пробуем крафтомизацию 101. Это стратегия для программистов от создателей Wild True Learn. Посмотрев на ролики, мне игрушка заинтересовала. Но когда я узнал, что создатели этого Wild True Learn, блин, вызвали некоторые сомнения. Но видно, что язык, который здесь совершенствовался, он равно развивается из Wild True Learn. Прямо это заметно. So I'm seeing that the coding, visual coding system that is shown here, it's definitely developing from the Wild True Learn series. So let's go. Ну что ж, пойдем. New game, новая игра. I don't like the style. Мне не нравится стиль. So that looks stupid. Выглядит весьма глупо. Like, that's not what I'm interested in. Это не то, что меня интересует. Like graphics is, it is close to Don't Strafe Together, and I don't like this type of graphics. В общем, похоже на Don't Strafe Together, да, игрушку. И мне не нравится этот тип графики. New object, stone. Мы добавили новый объект, это камень. Okay, more stones, больше камня. Now this one, теперь вот это. And what next? А дальше что у нас? Some coal, немного угля, and more stone, и больше камня. Okay, so the coal. У нас есть угольная пыль. Interesting, интересно. Something new, что-то еще, искра spark. У нас есть какая-то искра. What do we actually need? Что нам нужно? Совместить искру и игру, чтобы получить огонь. Okay, so we need to combine spark and coal in order to have fire, огонь. Okay, перетащите огонь на замерзшую ракету, чтобы растопить лед. Okay, so now let's use the fire in order to melt the snow from the rocket. Interesting, интересно. Okay, новый объект, костер. So the fire is a new object. We need to place it down. Наверное, сюда нужно его разместить. Создайте и поместите его, чтобы гореть. Okay, so now we need to create the fire and put it inside this. И ставим сюда. Interesting. Очень интересно. New object, body. Новый объект тела. And a head. И голова. Let's combine. Давайте совместим тогда. New object, craftomate. Значит, у нас крафтомат сделан. So, подзарядите крафтомата, перетащите его на него любой объект. Okay, so we can put any objects to, like, charge him up, чтобы зарядить его. Выберите крафтомат и откройте редактор. So, let's edit. Давайте начнем редактировать. So here's the code of our workers. Вот код наших рабочих. That's also a little bit close to how it's called, like the game about bots that actually doing automation or something like that. But this is more programming. В общем, тут больше программирования, да? Поэтому берем pick from, берем откуда. So here, отсюда. 21.8 с позиции 28. Такая-то, then, потом пик, снова что-то берем. Okay, that's done, это готово. Can I delete this, можно ли удалить этот блок? So, pick from, берем. We need to select this, нам нужно вот эту позицию. Continue, продолжаем. Combine, совмещаем. Okay, combine with the pick from, тут тоже берем. What we need to... Okay, with this, вот это. Combine и совмещаем еще. Drop to... Сбрасываем. Here. Вот так вот. So now we need to unite this. Теперь нужно вот так вот сделать. Okay, so here how it looks. Вот у нас как это все видит. That's graphically. And we really created the algorithm. И мы создали алгоритм. Like error schemes from Soviet Union developed for Buran. That would be much better than this. And nobody uses that because like Soviet Union always evil. В общем-то, блин, как не хватает на самом деле вот сейчас здесь этого самого. Error схем.
технологии программирования для космического шаттла Буран, разработанного в Советском Союзе, насколько она удобнее вот этих схем? Like that technology is much more effective than this and much more like better to see. Намного она более наглядная. But we have what we have. Но у нас есть то, что есть. Okay, starting. Запускаем его. So can I close down? Могу ли я код? What's happening? Что у нас происходит? Okay, so he take the stone, он взял камень. And what's now? А что теперь? What's wrong? А что не так у него? Combine, совмещает. With what? А что у нас можно скомбинировать? So I don't understand what he's. He need to take coal. Ну, ему нужно взять уголь. Why he's not doing that? А почему он это не делает? Start again. Снова взял. What's wrong? А что не так? Крафтомат бездействует. Why? Почему? He's showing some error. Он покажет, как это. Создайте основание костра. I don't get it. Я не понял что-то. That's the list of the objects we have. Это список объектов, которые у нас есть. So I'm stuck already with programming. Я уже запутался с программированием. Делаю ничего, просто помогает организовать программу. Okay, so that's just a connector. What's wrong with that? А что у нас с вот этим не так? Okay, maybe we need to break. Возможно, нужно здесь отцепить. Like, connect this here. И вот это соединить. No, that's definitely not this. Так, нам совершенно не так нужно. Okay, let's delete this. Давайте удалим вот это. Again, снова берем. Here, вот это, then pick from. То потом берем. Here, вот это сюда. Okay, okay. Put it there, сюда надо как-то поставить. Okay, now they done that. Они это сделали. Then combine, потом совмещаем. And drop it и бросаем. Here, сюда. Here. So it should work like that. Вот так оно должно работать. And now we can like connect it here. И теперь можем все соединить. How to connect that? Как это соединить? Okay, here. Вот так вот пошли. Something like that, типа того. Okay, that looks working. Похоже, работает. So, итак. Put that away, вот это убираем. What's blocking? А что здесь блокирует? Rocket, ракета? So, let's switch, давайте изменим. So, put it here, сюда ставим. Стоп, стоп, остановили. Start from the beginning, начали сначала. Окей, комбайн, соединили. I cannot put this, я не могу сделать это. So we need to do another thing. Нам нужно по-другому сделать. Delete all of this. Все вот это удаляем. So taking from here, берем это. Now. Нет. Put here, вот это ставим. Put from here. Берем отсюда. Then pick from another here. Потом еще отсюда берем. What am I doing? Что я же делаю? How can delete this? А как это можно удалить? Like, can I delete that? Можно ли это удалить? Like, how to... Okay, you know what? Знаете что?
Why cannot take that? А почему я это не могу взять? А, because I needn't pass, потому что нужно паузу снять. Sad, I don't need this. Подожди, мне это не нужно. I need, like, make a lot of sparks. Нужно много искр сделать. So now this bot, вот этот bot. Stop, останавливаемся. Now pick the stone, берет тоже камень. Combine, совмещает их. So now he has the spark. Теперь у него должна быть эта самая искра. So he has spark. У него есть искра. Pick form берет. Here, вот тут вот. Combine совмещает. And drop и сбрасывает. Вот так вот. So, make a cycle, делаем цикл. And launch, и запускаем. Окей, так, хорошо. Two stones, два камня, yeah, combined, совместили. Good. Oh, yeah, we have the fire. Отлично, у нас есть огонь. So, more fire, больше огня. Two sparks, есть две искорки у нас. So that works, наконец-то работает. Finally I made it. Наконец-то я смог что-то сделать. And we need to create one more fire. Нужен еще костер где-то. How to create that? А как его создать? But we don't have the basic for new fire. У нас нету нового костра. So that's the objects. That would be available in the game. Это то, что у нас ждет в игре. So every 2 weeks update. Каждые 2 недели улучшение. So we have the loader and we have the burner. New bots. So we have fishing. Eternal ice like. Classes and the pointers, functions, and a programming brewery. У нас программируемая пивоварня, классы и ярлыки, ссылки, указатели фактически, отладка и функции, 2 новых бота. Okay, closing that. Закрываем. But I don't understand how to make... Ну, я не знаю, как вот это сделать. How to create this? А как это сделать? I don't have... Да я не могу. Основание костра. Окей, мад. А, окей. Got it. Понял. У нас почва. And the stone. И камень. Окей. Основание костра. So that's building. Так, теперь вот это нам нужно улучшить. We need with the coal. Соединить это с этим самым. Окей, build another fire. Ставим еще один огонь. Put some fire inside, огонь. And another automation. И новый автоматон мы поставили. Interesting, интересно. Oh, what the hell? Что это у нас такое? Rocket, we need one. Нам нужна одна. Reward, want this. Like one, 1-1. Достаньте 15 в командный центр. So we need 15 stone to command center. Нужно 15 в командный центр. Can I like put it here? Сюда можно перепоставить? Okay, yes, да. So this dude, start programming. Тут начнем программировать. Pick from. Берем отсюда. Here, отсюда взяли. And drop to. И сбрасываем. Drop to base, на базу. Eat. What the hell? Что это такое? Upgrades for craftomates. Улучшения какие-то для крафтоматов. Eat. Жратва есть. So there is a technology tree. Тут есть какая-то дерево технологий. Pick LR. Брать слева справно пробуждает крафтомата. Подобрать объект с конкретной стороны. Окей. Back to idle. Снова ожидать low battery, когда низкая батарея. Разблокируйте предыдущий объект. So we need like this upgrades previously.
Окей, don't need that. Мне это не нужно. Get it. Понял. So I need to drop this here. Мне нужно сюда это сбрасывать. And now, how we can complete that some amount of time? А как некоторое количество раз это повторять? So, like, not the infinite loop. Не бесконечный цикл, а как бы конечный. Okay, this, вот это. We need stone. Нам нужен камень. Here. Вот так вот взяли. So, launch, запускаем. This dude, вот этот чувак. He needs food. Ему нужна жратва. Charge, зарядил. Can we charge at this one? Вот это тоже зарядить можно. 15 stone, 15 камня нужно забрать. Well, that's interesting. That's more interesting than actually other game about visual programming, like automation or something like that. В общем, это получше, чем авто... там какая-то... Ну, про ботов, ботоферму, да, мы делали. Там, которые программировать неудобно было вообще. There was not good, nice programming. Here is that really easy. Тут достаточно легко программировать. And that's like nice strategy. Стратегия это достаточно хорошая. Eat more fire, больше огня жрёшь. Like energy, энергии не хватает. Light the fire, зажигай огонь. Okay, we do that infinite, we are lighting the fire. Если мы это продолжаем бесконечно, то мы как бы держим огонь. Впереди soil, почва у нас есть. Окей, that's another крафтомат. Еще один крафтомат. What he can do? А что он сделает? Отогрейте железо. So we need melt the iron. Нам нужно где-то железо разжечь. Alright, хорошо. So this could be put here. Это можно здесь поставить. Yeah, да. Так и есть. I don't know why this powder. I mean, не знаю, зачем мне это... штука. Окей, окей, стоп. Стоп, остановим. Let's change the program. Давайте меняем программу. Said I cannot save the program. Жалко, я не могу сохранять программу. So, new one. Давайте заново создаем. Here, pick the stone. Берем камень. Then, pick another stone. Потом подбираем еще один камень. From here, отсюда же. Combine. Соединяем их. Then pick the coal, потом берем уголь. Pick the coal, берем уголь. Good, combine, совмещаем. And drop it, и сбрасываем. Here, сюда. Now cycle that, зацикливаем. Launch, запускаем. That dude has no energy, у этого чувака нет энергии. No, he has, теперь у него есть. Can I charge him? Можно ли его зарядить? More energy, больше энергии. Dude, чувак, жри. Okay, stop, останавливаемся. Let he eat something. Пусть немного пожрет. This man, вот эту вот грязь тоже. Well, this we need to put... вот это нужно переставить. Can I... можно я поставить? No, I cannot. Нет, не могу. Okay, let all the fire be there. Пусть здесь огонь будет там. So, так, вот этот. Let's edit. Давайте отредактируем. So, we will take not from here. Мы не отсюда будем брать. Not from this, но с этой точки. So, start. Погнали. Оля, блин, а что ты делаешь? Can you drop everything? Подожди, можешь все остановить?
Окей, out of energy, энергии не хватает этому чуваку. И сожрал. Give me this, дайте, дай вот эту штуку. How to actually to make him start начали. The problem, проблема. How to drop, а как это сбросить? Cannot pass, он не может пройти. Superhero сюда поставим. I now get what the problem. Я теперь понял, в чем проблема. Upgraded. У нас есть какое-то улучшение. I don't know. Я не знаю. So should we continue? Нужно ли продолжить? Dude, what are you doing? Чувак, что ты делаешь? Okay, we've destroyed this. Мы это уничтожили. Ну, а теперь... Окей, they are going to the other side. Они ходят в другую сторону. This can melt. Этот может разжечь. I will take some fire here. Я сейчас огонька пару перетащу сюда. So that should be enough. Вот этого должно быть достаточно пока. Eat some sparks, немного давай этого самого съедим. So have we melted iron? Мы добудьте железо. Окей, okay, iron, железо. How to actually to take the iron? Как железо добыть? Окей, okay, new object, iron. Новая у нас возможность железа. I guess we need to melt. Наверное, надо жечь как-то. How to do that? Как? Окей, fire plus... Ага, огонек плюс сталь. Now we need 15 of this. Теперь нам нужно 15 этих. Upgrades, upgrade crafting machine. 15. Что-то улучшить можно. Battery. Программа активирует эту команду, если заряд упадет. Окей, разблокируется при предыдущем апгрейде. But we have like previous upgrade. У нас есть предыдущий апгрейд. Low battery, низкая батарея. Oh, so that would be next. Далее мы сделаем. If we complete that task, если мы завершим вот эту задачу. Eat, жри. So eat, ну, жри. What wrong? Что с ними не так? And what they have... Что у них за херня получилось, да? Okay, eat, жри. He's not eating, он не жрет. Why he's not eating? А чё он не жрет? Eat, а пусть жрет. Окей, okay, so, итак, let's put here each. Давайте жратву возьмем. Can I delete this? Можно ли это удалить? Окей, okay, я. Drop two. Бросаем. Сбрасываем. Сюда. Now eat. И теперь жрём, если что. And now we can... Okay, put this node. Вот этот ячейку сделаем. And combine. И заключаем сюда. Go, пошёл. Stop, stop. Why I cannot give him food? А чё я не могу жратву дать? Here you go. Ну вот так вот пошёл. Ah, because he has two stones. Потому что у него два камня. How to... Очистить... What
Что это перезапустить программу? How to drop all what he has in his hands? А как убрать то, что у него в руках? Вот, I don't understand that. Я не понимаю. But game is fun, но игрушка достаточно интересная. Yeah, that's a good way to learn programming. Достаточно хороший будет способ учиться программированию. The only way, like, the controls are not well understood. Единственное, что управление не очень-то хорошо понятно. Oh, there is another bot. У нас еще есть замороженный бот. What else? Something interesting, что-то интересное. Some microchips, another bot, еще один бот. Seed, семечко. Like a vault, хранилище. Batteries, батареи. Fun. Интересно. Yeah, that's fun. Это достаточно интересно. Write down your comments. Пишите свои комментарии. I think that's enough for Dimo. Я думаю, для демки это достаточно. If you are coder and interested in visual programming, maybe you'll be interested in this game. Если вы интересуетесь программированием визуальным, да, и изучаете программирование, и хотите обучать программированию, я думаю, эта игрушка будет достаточно интересна. And that would be interesting for kids. И она будет достаточно интересна и для детей. So, for the greater good, ради высшего блага, only cyber revolution and the victory. Только киберреволюция, только победа, товарищи.